Вот, наш начальный курс, значит, Анатолий Михайлович Михайловский, он был мужчина очень серьезный, сам он был украинец по национальности, суровый такой. Вот, и у него был свой своеобразный, как у каждого, собственно говоря, начальника курса, как у каждого офицера. Он очень любил, когда мы стриглись, он говорил, всем стрыться, стрыться. И вот я, значит... Товарищи курсанты, я знаю, что наука имеет, несомненно, огромный интерес. Но стрижка уставная, ведь вот какая штука, имеет для военных намного больше вес. Всем понимаешь, стрыться, и чтоб оперативно, а старшина проверит. Возьми в коптерке метр, мне разгильдяй не нужен, все до конца промерить. И будет по 5 суток за лишний миллиметр. Стригитесь днем и ночью, твердить вам не устану. Стригитесь в дождь и холод по 6 часов подряд. Враги оружие точат, пусть эта стрижка станет ответом на нейтронный их боевой заряд. На самоподготовке мы соберем собрание, поставим и обсудим болезненный вопрос и разрешим проблему соседям в назидание. На голове что волос совсем у нас не рос. Всем понимаешь, стрыться, и чтоб оперативно, а старшина проверит, возьми в коптерке метр, мне разгильдяй не нужен, все до конца проверить, и будет по 5 суток за лишний миллиметр.